Йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, и... Бывало ли у тебя такое, что ты вот стоишь такой на заправке и понимаешь, что дома забыл выключить утюг? А возможно, кошка рожает. Но сегодня нас с тобой это и ждет. Без вебочки сегодня, короче, в основном. Вступление было с вебочкой, а так будет без вебочки. Сегодня подключен трафик, и наша задача просто кататься по штату, поэтому... кататься на высокой скорости, потому что мы спешим домой. Происходит момент, у меня там какая-то проблема, я двойную сплошную нарушаю, и мне нужно срочно добраться. Я не торможу, торможу. Ой, я не чувствую капот здесь, абсолютно не чувствую капота здесь. Взял машину с каркасом, посмотрим, какова она на каркасе, значит. Я спешу, буду какой-то кругаль делать, потому что, ну, понимаешь, у меня там кошка рожает, мне нужно очень быстро добраться до туда, максимально быстро, и чем лучше... Чем быстрее я тут доберусь до своего дома, да, тем лучше будет, потому что не сгорит дом или там... Куда ты перестраиваешься? Нормально. Мне некогда выходить, короче, с кем-то биться, ораться. Блин. Самое обидное будет то, что я разложусь не об какую-то машину, а об какой-то камень. Но это будет 100%. В общем-то, я думаю, суть ты понял сегодня. Вот такая вот типа BMW у нас с вами на обзоре, считай. План капкан, нам нужно просто кататься и спешить куда-то. Неважно куда, просто спешим. Вот так вот, подрезаем его. Вот этого тоже. Так, давай-ка еще разок, так. Вот так вот поездим с тобой. Значит, план какой? А его нет, собственно говоря. Хочу пожелать тебе приятного аппетита, приятного просмотра. Вот что они тут стоят? Вот я чела развернул. Блин, поцарапал тачку. Но надо максимально аккуратно себя вести. BMG Drive давно не было. Честно говоря, у меня нету вообще никакого понимания, что... Вот я сейчас убавлял звук, и поэтому выехал навстречку и врезался в эту тачку. Нет у меня идей на BMG Drive сегодня абсолютно никаких. Сегодня вот я вот эту серию записываю для того, чтобы... Ну, потому что давно бимки не было. Нужно показать, что бимка жива на канале, потому что без нее как-то скучновато будет. Так, кошка рожает. Ребята, пропустите, кошка рожает. Срочно. Кошечка рожает, моя дорогая. Спешу домой, как вообще не в себя просто. Сегодня спешу домой, как никогда раньше не спешил. Но трафик вообще нормально здесь ездит. У меня не лагает ничего, вообще все шикарно. Ой-ой-ой, правая сторона пустая. 120, я очень сильно спешу домой. Стабилизация срабатывает очень хорошо, кстати говоря. Поворачиваем аккуратненько вот так вот. Домой-то спешить нужно все-таки. Стараемся всех обгонять, агрессивная езда. Я вижу встречку, на мосту вообще объезжать никого нельзя по всем правилам. Надо домой срочно. Рассказывай мне в комментариях, как у тебя дела, что у тебя нового, чем занимаешься, да? Есть ли у тебя новогоднее настроение, потому что, ну, Новый год скоро. Но побыстрее, пожалуйста, товарищ. Немножко подрезаем его агрессивненько вот так. Машина не едет, такое ощущение вообще. То есть на ней вроде каркас, а она прям такая, знаешь, очень слабенькая, я бы сказал. Но я прям аккуратно пока что еду. Сейчас бы не накаркать просто бы. Было бы вообще бы ништяк. Прям хорошо. На следующую РПшку тоже есть идея, на самом деле. Тоже будет что-то подобное, выйдет тоже скоро, в этом году, я думаю, даже. Ой-ой-ой-ой. Бро, извини. У меня колесо теперь завернуло. Но я спешу, кошка рожает. Вот колесо завернуло, я очень неправильно поехал. Но неплохо. Ехать-то, кстати, дальше можно было бы. Но мы не будем. Теперь поедем в левую сторону. Посмотрим, что у нас там. Слева, да? Давайте-ка покатаемся. Кстати, машин вообще очень много. Прям такой трафик загруженный. Хотя вот по, ну, на моей полосе вообще мало машин. Ой-ой-ой, не прочувствовал. Все, блядь, зеркала себе отбил, представляешь? Да ёптать! А, меня еще и таранят. Ну, спасибо. Спасибо, что на колеса развернули.
Не было пока таких интересных прям аварий. Давай посмотрим, что у нас еще раз выйдет, если мы поедем налево. Карту я эту... О, я думал, это столб будет с коллизией. Что-то думал, все, приехали сразу же. Карту я не знаю. То есть я еду просто так на ощупь. Типа такой по навигатору, типа домой. Опять что-то отвалилось. Занесло, малех. Нормально, нормально. Мы через две сплошные желтые ебашим. Что нам вообще, нам уже терять нечего. Утюг, бегу за утюгом. В реалиях современных сериалов, ссылка такая пошла, говорить про утюг очень достаточно, наверное, было бы не в тему. Хотя, прикинь, какой бы хайп я бы словил бы, типа... Утюг для Иралаша, я не знаю. Рассказывай мне, смотрел этот сериал или нет? Я вот не смотрел полностью, я посмотрел первую, шестую серию, конец я не видел. Сериал вообще мне не особо как-то прям нравится. Поэтому, так, мимолетно посмотрел, так, оценил для себя чисто, потому что, ну что, все о нем говорят, чего бы не посмотреть. Ой, тут мост, тут надо прям аккуратно. Но я прям спешу, видите, да? Блять, камень. Еще и сигналит, ты посмотри, сука такая. Ладно, нормально, нормально, поехали с тобой, направо съездим. То есть наша задача сегодня как будто бы... Я вот сейчас максимально аккуратно езжу. Я делаю все для того, чтобы не впендюриться. То есть максимально реалистично. Вот сейчас немножко даю газа. Там, где его давать не нужно. О, давай его скинем. Нет, не скинем уже. Блять, самого в себя бы не скинуть, бы не рой яму. Другому сам не попадешь. Блин. Ну не так я себе это представлял. Давай еще раз, дорогой, давай. Направо также. Сейчас эта тачка надоест, возьмем какую-нибудь другую, потому что, ну... Вот эта слишком малоскоростная, если что так. На тебе в жопу вот так вот. Я опять колесо помял, да? Помял колесо, и как же охуенно это звучит. Погнул суппорт, наверное, я не знаю, что происходит в этот момент. Я налево сейчас, если что, поворачивал со всей силы, чтобы уйти в левый ряд, но вот что-то не ушел как-то. Но я спешу, я продолжаю спешить. Вот сейчас я уже спешить перестаю, наверное. Давай поменяем тачку. Давай поменяем тачку на что-нибудь более интересное. Короче, доставка будет сейчас какая-то прям. Нет, здесь же есть фургон. Ой, это Скуби-Ду типа. Прикольно. А видел я его или не видел раньше, что-то я как-то не особо понимаю. Предположим, что мы такая, знаешь, типа, доставка продуктов, я не знаю. На такой, типа, маршрутке американской. Но он тоже так же не едет, короче, этот бусик. Зато бачком его прям хорошо можно вытащить. Зато чисто сугубо американское под этот стиль вот этого штата. Неплохо он выглядит даже, я бы сказал бы. Камеры докручусь, умру нахуй просто здесь. Кошка рожает, ёптить. Навстречку, съезжаем с речки. Но здесь все более-менее, здесь не прям совсем все загружено, но иногда шашечки должны быть. И вот сейчас размер этого фургона мы и узнаем, протиснется ли он в ряду. Блять! Я хоть из-за капота ничего теперь не вижу, но мне надо ехать срочно. Куда, не знаю пока что. И колеса, по-моему, не погнулись, то есть ехать, в принципе-то, можно. Не, ну мы едем прям быстро. Блин. Но у него нет вот этого, вот, знаешь, типа... Держака, что ли? Не сказать, что его сносит, типа, вот как будто бы... Не даже не держака, а просто... Ой, я думал развернуться здесь просто, там дальше, по-моему, ничего нет. Давай попробуем скинуться со скалы, вот так максимально аккуратно. Просто, чтобы понять вообще, насколько он безопасен, этот фургон-то. Но он более-менее, мне кажется, безопасный в этом плане. Давай попробуем налево съездить. Но с фургоном еще скучновато, конечно. Вот он вообще неуправляемый, он неповоротливый, ужасно, давай что-нибудь другое. Более поворотливая, вот такая вот тачка.
Вот такая пускай. Посмотрим, что у нас не выйдет, как мы с ней поговорим. О, вот с ней прям на стиле. Ну вот куда вот он меня подрезает? Успею. Успел. Не, здесь поворот-то надо поаккуратнее заходить. Но мы спешим. Ну что ж такое-то? Что-то там бампер немного помяли об скалу, но ничего, нормально. Встречка очень плотничком идет. Блин, вот это опасно было. Что вы мне сигналите? Они, представляешь, мне еще и сигналят. Успею. Подрезаю тачку прям хорошо так. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я разложился по-уебищному максимально, конечно. Ну куда вот ты едешь, олень ебаный, блядь? Ты же видишь, я убился здесь. Сейчас еще от первого лица попробуем погонять. Но все, меня склоняет вправо, но надо спешить. Даже с поворотом вправо колеса я... Блять. Более-менее чувствую, мотор вообще вылетел просто. Какой-нибудь такой вот стоп-кадр было бы красиво, да, на превьюшечку. Так, превьюшечку сделали, считай. Давай от первого лица попробуем. Сжигание запустим. Давай посмотрим, что у нас из этого выйдет. Тачка стала намного тише. То есть, как бы, ну, шумоизоляция в машине есть. Я просто звука хочу добавить, чтобы игра была... Чтобы ты понимал, да, что машина-то звучать умеет. Но она тоже не едет. Как такового прям супер разгона у нее нет. Сука. И тормозов у нее тоже нет. Давай что-нибудь другое, а вот прям такое, знаешь, хочется прям. Прям уже хочется электрокар, да, какой-нибудь. Есть тут, по-моему, какой-то, вот это, по-моему. Давай посмотрим, электрокар это или нет. У меня зеркала почему-то в 2 FPS идут, я не знаю, в чем проблема. А тут тормозов тоже не особо. Себе побибикать бы. Будем бибикать ехать. Вот здесь прям скорость чувствуется. Сатен, сатен. Вот на тех тачках мы сатена как такового-то и не видели даже. А что-то ее виляет сильно. Ну это из-за управления ебаного. Да. Управление здесь чмонское, конечно. Ладно, давай еще шанс дадим тачечке. Давай от первого лица также. Так, а ты мне еще скажи, пожалуйста, ты лайк-то поставил? И кнопку-то вот такого же цвета нажал, вот такого же красного, чтобы она такая резко серой стала, а? Нажал? Скажи мне, пожалуйста. Вот смотри внимательно. Раз, два, три, тачка красная стала серой. Сделай такую же кнопку подписки, да? Серенькой. Теперь этот м***л тут всю жизнь стоять будет или что? Вот я еще не знаю, как я буду исправлять цветокор, потому что я этим никогда не занимался. Иногда ты задаешь сам себе задание на каждую серию новую, блядь. Мне сейчас из красной машины на постпродакшене нужно сделать серую. Вот как я это буду делать, я еще не знаю. Но если она не стала серой, то все равно подписаться надо. Это так чисто на всякий случай. Вот тут я забыл, что надо тормозить. Вот нет поворота руля, блядь. Давай вот, вот так вот зайдем. Аккуратно. Опа. Но там надо ехать, типа, не больше 60, чтобы успеть затормозить. Блять. Я думал, я смогу. Ну, не сильно, не сильно. Что-нибудь такое, знаешь, хочется прям... Ой, модификации куда-то пошли с тобой. Ну, раз мы начали набирать... Раз мы взяли курс на электрокары...
Вот это точно электрокар, я знаю. Вот здесь прям можно повеселиться. Блять. Вот здесь прям можно повеселиться. Сделаем вид, что ничего не было в прошлом кадре. Здесь стабилизация поинтереснее. Но скорость я не чувствую. А вот сейчас чувствую, ладно. Ну, поворачивай ты быстрее уже, олень, ёб... Блять. Хотел доебаться, почему он перестраивается, потом понял. Еще шанс тачечке дадим. Ой, я много разогнался, много-много. Теперь мало, блять. Неправильно все делаю. Прям сигналим-сигналим. Раздражающе высоким гудком. Как же шины скрипят. Тачку кидает из-за того, что это клавиатурка. Но стабилизация нормально держит ее. Ёптать-моптить! Так, электрокар не глохнет только. Я очень сильно спешу. Ручник вывел меня в другую полосу. Ну ладно. А, я без чего-то уже еду. Ой, это было хорошо. Это прям хорошенькая авария. Ну давай, давай, давай. Покатаемся еще немного. Вот в эту сторону мы еще не ездили на электрокаре на нашем. Не, ну скорость он намирает вообще просто за здрасте. Я колесо, походу, пробил. По звуку. Либо бампер это был оторван. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, блядь. Я пытался понять, тянет меня тачку вправо или нет, и задумался, короче, припечалился и впечатался. Но с кем не бывает, да, так? Сейчас еще за дальнобоя поиграем за очень спешащего. Сейчас погоди, будет интересно. Тут мы очень сильно спешим. Тут менее сильно спешим. Так, разгоняемся, поехали. Тихо, тихо, тихо. Как же немедленно в эти повороты входит. Так, в эту сторону мы уже катались, ну давай еще разок. Тут одна полоса прикольная. Ну, Алёша, давайте как-то побыстрее, а? Я тогда дома не доеду, все сгорит. Кошка родит без меня. Но на мосту это агрессивно слишком. Вот так вот. Опа. Вообще, куда эта дорога ведет, мне интересно. Блин. Ну давай, олень, уже поворачивай быстрее. Тут просто опасно очень сильно. Так это получается, раньше была одна полоса, а сейчас стала... Или она всегда, значит, двухполосная была, но очень тоненькая. Но ни разу я встречку там не видел. Куда-то в горы сегодня едем. Сейчас с горы будем спускаться. Ну неплохо, сейчас мы держимся неплохо прям. Сейчас я, конечно, перебрался скоростью, но ничего, должно быть все нормально. Агрессивный
агрессивное вождение не сработало, у меня не поворачивает машина. Тяжело. На клавиатуре очень тяжело чувствовать машину. Воу-воу-воу. А если я сделаю вот так? Опа. Опа. Вниз сразу, полностью. Не, ну она пи***ц не мнется. Ну типа мнется, но я думал, это лепеха уже будет. Так, а давайте теперь мы будем супер спешащим дальнобоем. Вообще на багги ни на каком не ездит, ну это скучно тоже. Где у меня дальнобой, вот он. Так, песню про бетонную мешалку включать не будем. Давай на вот этой вот. Она поинтереснее будет. Вот после скоростной, суперскоростной тачки вот это будет очень интересно, что из этого выйдет. Давай-ка мы с тобой первое лицо подрубим, чтобы реализма добавить, да? Вот это звук. Мне все время приходится теперь звук контролировать, потому что бимка очень то громкая, то тихая. Вот так пойдет, да должно пойти, оно чуть тише меня. Да-да-да. Извините, я спешу. Слушай, мне вообще теперь ничего не страшно. Кинул тачку просто навстречку. Ну он офигел, наверное, да, от такого расклада и от моей наглости. Не, ну тут прям нормально едется. Скорость такая хорошо контролируемая. Но если мне нужно будет затормозить резко, то я не заторможу. Шашки на фуре не хочешь? Блин. Немного что-то там кого-то вписались мы. Да ёптать. Как хорошо-то, все под ноги лезут. Вот так вот сразу. По земле я хотел. Это, блядь, такой сильный камень. Но мне из салона он казался меньше. Давай вот в левую сторону, наоборот. Там как-то поинтереснее, как будто. Если прям брать и не сбрасывать, то мне кажется, супер интересно. Давай, поехали. Ну, неплохо. Мы должны сейчас разогнаться хорошо и где-нибудь на мосту в кого-нибудь впечататься. Ой, сразу три. Давай сюда. Давай третью вот так. Слушай, а мне вообще насрать, походу, да? Я очень сильно спешу. Мы потом еще возьмем рампу, чтобы убедиться в том, что я очень сильно спешу, и посмотрим, какая реакция будет на соприкосновение других машин с нами. Ты же видишь, я на обгон иду, а там есть встречка. Чё бы не уступить, убьешь же меня. Ой, я его бы сейчас уронил, фургон. Было бы прикольно, на самом деле. Но это очень-очень интересно так вот играть. Минус встречка. Да-да-да, сюда. Товарищ, я же выгляжу как хорошо и быстро спешащий человек. Куда ты обгоняешь меня, бензобак мой, чмо белое? Я же на тебя сейчас наеду. А ты куда вообще поехал, ебашка? Не, он его бампер стырил. Не, вообще, грузовику хоть бы хны вообще, абсолютно, ему по барабану. Меня остановит только камень. Жаль, что нету в трафике каких-то большегрузов. Было бы прикольно. Ой! Вот это было приколдесно. Прикольно. Так, ладно. Так, ладно, 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 давай. Давай по последним прогуляемся, что у нас тут есть. У нас тут есть такая вот фура красивая, где она? Где, блядь, моя фура? Вот она. Вот такая. Вот сейчас мне вообще абсолютно по барабану будет, кто едет и куда едет. Я супер спешащий. Спешащий человек, спешащий. Опа, сюда.
Слушай, прикольно, мы на ней еще, по-моему, не катались. Еще она и 61 едет. Давай-давай, на рампу быстренько. Опа, опа. Ты тоже с дороги быстро ушел. И ты ушел. Я тебе что, доставка? Слезь с меня, блин. Придумал мне тоже. Колеса защищены. Мы, в принципе, от всего защищены. Я спешу уедь с дороги. Прикольно, да? Это прям супер прикольно. Дверь открыли мне, с**ки, а? Меня ж продует. Ой, тут еще из горочки. Давай-ка вот в эту линию прям хорошо въезжаем. Опа, раз, два, три, четыре, пять. Ой, как хорошо-то. Давай, давай, давай. Трубу мне погнули. Но она едет, ей вообще хоть бы хны. Вот этого с моста сейчас, смотри, навернем. Опа! Чекай, чекай, чекай. Опа, с моста пошел. Ушел с дороги. Ты тоже ушел с дороги. Это мой тоннель. И вот здесь мы такие обаньки. В дрифте хорошо заходим. Шины шуршат. На подъем. Его поднять не могу, у меня скорости не хватает. У тоннеля должен быть какой-то стоп. Мы к нему и приближаемся, я подозреваю. Почему я везу его на себе вообще, блядь? Пусть своим ходом едет. Но мы спешим домой, слушай, прям очевидно. Вот здесь прям хорошо спешить домой. Дороги нахуй. На разных картах потом попробуем поспешить домой, но чуть позже. 103 мили. Как им плохо, что они не так сильно спешат домой. Ой-ой-ой. Тут сейчас еще интереснее поворот будет. А здесь тоннель, скорее всего, замкнутый, я что-то подумал в моменте. Но все, мы из-за них тормозим, мы создаем сами себе пробку. Но мы сейчас вырулим. Если эти с**ки с меня слезут. А слазить, так понимаю, они не особо планируют, да? Оставляем их здесь, сдаем назад. И еще кругаля, но только по встречечке. Неплохо. У меня трубы друг друга смотрят, прикольно. Не, ну мы что-то буксуем. У нас где-то колесо неправильно повернуто и тормозит. Давай навстречечку, давай, дорогой мой. Давай, давай, давай. Опа! Сюда. Еще одного сейчас опрокинем. Опа, сюда. Опа, сюда. Прикольно. Это прям классный симулятор. Что-то по встречке много едет кто. По встречке наоборот, по моей линии. Ой, давай сюда. Давай, давай, давай. Опа, опа. 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 Давайте набираем много-много лайков, и мы с вами снимаем ролик о том, как эта тачка влетает в какую-нибудь, знаешь, линию с 50 машин. Че, я успею вот этого нагнать, гаденыша? С моста бы тебя бы хорошо бы было бы. Ой-ой-ой, камень нам немного помешал. Поедем сейчас куда-нибудь сюда вниз. Ой-ой-ой-ой. Ну у меня все, у меня, короче, этому радиатору капец. Да и в принципе всей машине капец. Все, у меня масло оттекает в другую часть двигателя, мы умираем. Ну а что я могу сказать? Могу сказать только, что всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, если вы это уже сделали. Огромное спасибо. По ссылке в описании группа ВК, телеграм-канал и дискорд-сервер. Научите меня разговаривать. Всем спасибо и всем пока-пока.